Эту дорогу протяженностью 3 километра до поселка Новый Инхалук ждали уже давно и наконец-то перерезали заветную ленту. Раньше вместо асфальта был гравий, и, по словам водителей, ездить было неудобно. После ремонта совсем другое дело. Сразу как заехали, увидели, что дорогу изменили. Очень классно, вообще круто, молодцы. Спасибо большое, что приятно ездить по такой дороге. На реконструкцию участка ушло более 75 миллионов рублей. Эта дорога создана в рамках частно-государственного партнерства. Год назад один из инвесторов изъявил желание построить в поселке комплексную гостиницу. Государство со своей стороны пообещало организовать удобный подъезд к Инхалуку. Стороны подписали соглашение, и спустя год каждая из них выполнила свое обещание. Однако дорога – это только малая часть запланированного. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на очистные сооружения. Ну, то есть вот это самое главное для бизнеса, чтобы свет был, вода была подведена, дороги и, естественно, утилизация мусора. Местные жители также оценили качество нового дорожного полотна. Тем более, что комплексное развитие инфраструктуры дает им рабочие места. Для нас эта дорога тоже важна не меньше, чем для туристов. Мы ждали ее строительства, ее открытия. Дорога и прочая туристическая инфраструктура создается благодаря федеральной программе по развитию туризма в России. Ирина Ревенская, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.